попробую замерить параметры таких аккумуляторов. Эти все аккумуляторы были неживые. Я их отживил. Можно чиркнуть 12 вольт напряжением по их. Тут минус подключить, тут плюс. И они тогда отживутся. Но даже что они отжили, у них внутреннее сопротивление остается очень большое. И они не имеют прежнюю емкость. Вот этого внутреннее сопротивление даже не входит в шкалу измерения. За шкал идет больше 1 Ом. Я его уже повторно отживил, он опять у него было нулевое напряжение. Я чиркнул по нему 12 вольт. Емкость у них какая-то есть. Но внутреннее сопротивление у них очень большое, и емкость уже намного меньше, чем было. Но для радио использовать, где малый ток, 15 миллиампер, 30-15 миллиампер, можно. Я еще подчеркнул напряжение слишком высокое стало. Я рассчитывал, что может восстановиться внутреннее сопротивление от чиркания 12 вольт. Этот аккумулятор еще не полностью заряжен. Пока сопротивление мерить неправильно, нужно, чтобы было заряжен больше, чем 50%. Поэтому приступаю к следующему. Тут нормальное внутреннее сопротивление, можно его в сторонку отложить, хорошее. А эти все можно по правилам выбросить.
А тут показывает, хоть у него внутреннее сопротивление нормальное, но емкость у него не очень высокая. Может, каких 800 миллиампер часов. И он не может дозарядиться до нужного напряжения, которое определяет этот прибор, кажется, до 1,38 вольт. Он до такого напряжения не может зарядиться. Постоянно начинает сильно греться. C3 почти зарядилась до 1,5 даже вольт, почему-то должна до 1,48.
Я померил по их, на них вроде бы от 1,57 вольт.